поселке Лунево завершилось комплексное благоустройство дворовых территорий. Теперь это место не узнать. Еще недавно здесь были ямы и выбоины, а сейчас возле многоэтажек новый асфальт. Бордюры, понижение для колясок, дополнительные парковочные места и свежая разметка. Работы производились очень быстро и качественно. Жалоб жителей на строителей никаких не поступало. Работы были произведены в кратчайшие сроки и очень качественно. Все автовладельцы уже понимают, как нужно ставить машины. Машины ставят, соответственно, компактно, аккуратно. Работали на совесть, расширили въезд. Это тоже очень удачно сделали, потому что раньше была проблема, то есть разъехаться с другой машиной. После завершения всех строительных работ занялись озеленением территории, высадили новый газон и почти 800 молодых кустарников. В поселке Лунево я проживаю почти всю свою жизнь. Естественно, для меня такие перемены, они, наверное, как бальзам на душу. То есть мой поселок преображается, в нем комфортнее жить, в нем комфортнее ездить. Наши дети также по этим дорожкам ходят, катаются на велосипедах. А это уже новые Химки. Улица Молодежная. Здесь дорожные работы начались недавно. Строители обновляют асфальт возле подъездов, делают тротуары и заменяют бордюрный камень. Впереди комплексное благоустройство дорожного покрытия. Такие плановые работы по ремонту дворовой территории сейчас проходят не только в Новых Химках и в Лунево. Благоустройство коснется разных микрорайонов городского округа. Юлиана Мазырина, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.